сегодня. Здорово, бандиты. А можно задать вам нескромный вопрос? Вы умеете читать? Я тебе сейчас секу нескромно. Я не это имею в виду. Помнишь, ты говорил, что за тобой должок? Не терпится прочитать отрывок из стихотворения Сергея Есенина. Сейчас, секундочку, потерял. Нормально, мы так вчера усосались. Надо было тебя вчера ко мне